Белое и красное вино, а также виноградную водку нелегально производили в Некрасовском районе, а продавали в Подмосковье. Минувшую пятницу столичными предпринимателями представились сотрудники УБЭП. Сразу после приобретения алкоголя они приостановили работу подпольного цеха. В бочках оказалось более 15 тонн вина, а 8 тысяч бутылок без маркировки и акцизных марок уже были готовы к продаже. По данным правоохранительных органов, цех работает уже более 3 лет, но в поле зрения управления по борьбе с экономическими преступлениями не попадал, поскольку произведенный алкоголь в нашей области не продавался.